В составе сборной Нижегородской области на чемпионате ПФО в Кирово-Чепецке три спортсмена «Атома» – Петр Седов, Александр Кулешов и Сергей Шаров – выиграли эстафетную гонку. Главными соперниками была команда из Татарстана, богатого региона с развитой лыжной школой. В двух забегах Петр Седов участвовал как наставник, еще в двух – как спортсмен. На последней гонке на Коньковой на 15 километров мне удалось занять третье место. И в общекомандном зачете наша область таким образом заняла третье место. То есть мы проиграли только Республике Удмуртия и Республике Татарстан. Несколько лет подряд команде Нижегородской области не удавалось попасть в тройку лучших в общем зачете. В этот раз результатами спортсмены довольны как никогда. Серебро в гонке свободным стилем на 15 километров досталось саровчанину Александру Кулешову. Хочется показать высокий результат, там независимо... Там это либо Кубок России, либо вот Федеральный округ, либо Чемпионат России, все равно хочется выступить по максимуму, завоевать, выиграть, либо в призы попасть там в тройку. Поэтому готовимся к каждому старту. Сергей Шаров перед соревнованиями в Кирово-Чепецке успел побывать в Заинске. На первенстве ПФО среди юношей и девушек 2003-2004 года молодой человек пробежал 4 гонки и собрал немало наград. Пробежали спринт, удалось посоперничать с ребятами и занять второе место. В классике на 10 километров тоже посоперничали. Получилось занять третье место. И эстафета, бежал четвертый этап, получилось занять второе место. Команда Удмуртии была сильна. Сейчас Алексей усиленно готовится к первенствам России среди юношей и девушек 17-18 лет и 19-20 лет. Они пройдут в марте. Принимать будут Сыктывкар и Кирово-Чепецк. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».